Вопрос от десятки. Почему иногда кажется, что те, кто находится в десятке и вкладывают все свои силы в пути, находятся в страданиях? Не должно быть наоборот? Тахзор в тахзор барур. Повтори, но понятнее. Почему иногда кажется, что те, кто находится в десятке и вкладывают все свои силы в путь, находятся в страданиях? Это не должно быть наоборот? Человек никогда не может увидеть другого в истинном виде, потому что он не знает, не знаком с сердцем другого человека. Может быть, он может видеть его внешние условия, все такое, но не... Нельзя нам делать расчет за другого человека.